2 РС на прием. На приеме. Установите сухую позицию, устраняйте неисправность. Прием. Где суши? Да вытаракни. Да, да, ТМ. Так на свою старую позицию установите, устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка 2. Ретро, я гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, заповеди не было. Мишка 1, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка 1 на приеме. И цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Мишка 1 на приеме. Ты бачишь? Слева от горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш? Не бачиш, який горб? Все село, справа от села горб. І слева почти зразу самий високий столб на селі. Бачу, бачу, там біля нього якась вузька. Оце під цим столбом слева, план, бачиш? За цим столбом слева бачу якусь, якесь строєння. А ти ще кривіє, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Слева от столба поля, одна висока поля. Погод 2, погод. Так, только заткнулись. Мишка 1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир 2 башни. Две водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. БТР, вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни. Бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Родитель 251, сейчас мой наводчик ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Посмотри, гранит, не принял тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не, не видно, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И едь туда, к забаве. Сел 2 кардана. К вам? Мишка, я гранит, прием. Гранит добавить? Да. Я, блядь, машину вот тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? Не здание, блядь, с огромной вышкой, а две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, гранит, вижу, подожди. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста, скажи, что ты видишь. Гранит, давай. Я гранит, прием. Блять, проедь нахуй вправо, блять. Там стоят 2 солдата, ждут тебя, блять. Хули ты встал, блять. Проедь вправо, блять. Блять, ты понимаешь, где вправо, где лево, блять. Куда ты прешь, нахуй? 51-й, я гранит, прием. Блять, сядь к нему на броню и проведи его к забаве. Это я кабель. Да. Забава, я гранит прием. На прием. Разобрались, показали. Целится, да? Это на броне. На прием. На 4 часа наблюдаю там. Азов, выходи. Азов, я кабель. Азов на приеме. Вижу там, на 4 часа. Какая дальность?
Метра два, где наша колонна? Более сюда. Ну правильно, краб, смотри за ним, это наши идут, блядь. Это наши идут. Их должно быть чуть больше, чем здесь. Ну пока один стоит. Краб, я тебя понял, принял. Точка 3, Днепру. Точка 2, говорит, ведут огонь, район перекрестка, там где оставить. Палка, ну эти самые, бетер, короче, в районе поворота. Понял координаты. Плюс, БТР выскакивает. Есть плюс, да-да, оттуда левее, то от перекрестка немножко левее. Подтверждают. Так, мужики, объявляю всем, я только что разговаривал со штабом 93-й. Комбатом вот этим, блядь, который моторовой ручкой это. Так вот только что он ответил мне. На огонь не отвечать. Это так, чтобы вы понимали, что происходит. В этом долбоебинке, блядь. Когда пусть этот пидорас, ебать, и везет нахуй, блядь. Не дай бог, конечно, в это будет случиться, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит, я сейчас перешел в ресурсы, на охоте отвечают, на сука, мои, блядь. Приявый, блядь. Ты вырос, как нахалит тут у нас укол, блядь, и цепить тут усыливается на целое зрелище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Слышь, найди ты нахер, блядь, когда я отсюда вас пиздую, то это что, блядь? Нахер, это блин тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Это сейчас даже сейчас стою у нас поступлен, и в меня сейчас даже стреляют, блядь. Вау, блядь. Еще раз, что ты сказал, блядь? Ты кто такой, блядь, Вася? Но точно не такой Вася, как ты, понял или нет? Запада между собой. Успокойтесь. Мы все делаем одно дело. Поэтому ссориться между собой просто не стоит. Завтра будем с этой хуйней разбираться. Точка 2 плюс. Да просто что делать сегодня? Я могу больше постоять. Понимаешь? Плюс. Это изменится. Что хочешь мне сказать, что я что-то могу понять или не понять? Я все прекрасно понимаю, все вижу и слышу. А я тебе ответил то, что сказали не со штаба, только что. Ну так, значит, хай выйдут уши от подвалов, пройдутся по позициям. Принял, давай, отработай. Парни, я вас еще раз прошу.